Вот, друзья мои, мне разрешили в Бристоле поснимать. Ну, сами цены, может быть, я не буду показывать, потому что все-таки алкоголь, хотя тоже цены можно. Ну, мы в основном ходим, покупаем яйцо, продукты какие-то. Смотрите, какая красота тут сделана у девочек. Вот у нас украшают к Новому году. Очень красиво. Если бы не было так красиво, я бы, наверное, даже и не спросила, можно или нет. Такой очень удобный магазинчик. Мороженое. Мороженое всякое тут у них. Только что ценнички вот здесь вот сбоку, и я, конечно же, покажу вам поближе. Ой, стою в рукавицах. Это я так замерзла на улице, что я... Вот так. Посмотрите, какие у нас цены. Ну, вот здесь у них напитки безалкогольные. Близко показывать не буду. Вон там, посмотрите, тоже как подарочки сделаны. А что тут еще у них есть? Вот двери у девчонок так украшены красиво. Стараются девочки, делают красоту. 23-й год. Так, ну что, я взяла яйцо, я уже убрала на прилавок. Такая елочка. Вот, друзья мои, я вам говорила вот про такие звезды. Мы делали из бумаги, из листов А4, вот такие вот звездочки украшали тоже в магазине. Смотрите, как красиво, да? Я помню, у меня девчонки делали все это из белой бумаги. Видите как? Все, уже люди радуются Новому году. Разливное пиво всех сортов. Коля у меня, конечно, любит пивка попить. Но в последнее время это очень редко. Пиво раньше почаще как-то было. Сейчас вообще редко-редко. Вон там с Новым годом у девчонок нарисовано. Вот я иду к холодильничку с продуктами. Вот здесь у них сырный. Вот этот вот сыр я покупаю для крема. Ценник такой неплохой. Смотрите. Молоко сгущенное. Ну-ка. Молоко сгущенное, вареное Светлогорье в вафельной трубочке. 46 рублей. Главное, не трубочка со сгущенным молоком, да, а молоко сгущенное. Вот, кстати, орешки Светлогорье я видела 3 штучки, по-моему, говорила, да, в акции было по 22 рубля. Ну, в общем, где или по 26, как-то так. Йогурты. Колбаса. То есть сразу здесь закуска, сыры, нарезки, вот тут сливки. Это 39 рублей, вот упаковочка 10 грамм, 39 рублей. Ой, что это? Вот такие вот сливки. Вот видите, девчонки сразу сказали, снимать не запрещено. Говорит, только нас не снимайте. Так что не знаю, почему в других магазинах запрещают. То есть пришел, да, бутылочку взял, сразу тебе тут и закуска. И все-все есть. Крупы здесь бывают часто в акции. Макароны. В общем, есть все. И выпить, и закусить. И конфеты. Вот эти... Ой, я ни разу не пробовала Рафаэлло Маракуйя. Надо же, ни разу. 326 рублей стоят. А, нет, 326 это классические. А вот маракуйя дороговато. Хотя, конечно, бы хотелось попробовать. Вообще, Рафаэлло очень люблю. Вот нравится мне этот крем Рафаэлло.
Очень нравится. И еще вот эти конфеты, друзья мои, вкусные. Вот эти вот. Очень приятный тоже крем. Тульский пряник 46 рублей. Тульский пряник еще с детства. Вот он. Ну, посмотрите, и Яшкино печенье. Цены такие нормальные, между прочим. Цены неплохие. Кофе. Ну-ка, кофе. Посмотреть. Моего-то нет кофе. Чаи. Жарко в магазине, поэтому долго ходить не буду. Так, слегка вам покажу, друзья мои. Уголь. Ну, уголь берут всегда. А ну-ка, кулечки. Пакет фасовочный, 54 рубля. Дай-ка я возьму. Это мне надо обязательно. И они, причем, знаете чего? Они плотненькие. Ну-ка, я возьму. Пакетики мне нужны. И салфетки влажные, все есть, все предусмотрено. Все как и должно быть. Соки, чипсы. Чисто, красиво. Угу. Ну и вкалывают, между прочим, в Бристолях. Это вот сейчас нет наплыва покупателей. Что тут еще? Ну, это виноводочные я не буду. Вот коньяк я бы хотела бы посмотреть. Коньяк. Обычно коньяки хорошие у них бывают в акции. Вот Ереванский дворик. Не знаю, как сейчас, какие отзывы. Но коньяк хороший. Вот этот вот. Раньше еще был такой коньяк, я его сейчас не вижу. Как-то что-то, слово камень в нем есть. Ой, мне надо позвонить коллеге, спросить. Такой коньяк был и 7-летний, и 5-летний. Его очень люди ценили. Как же он назывался? Я вспомню, обязательно скажу. Может, у девчонок сейчас спрошу. Здесь тоже конфеты, барни, шампанское, надо хоть шампанское посмотреть. Вот они, ну-ка посмотрим-ка, пойдем, ласточки на гнездо, ух ты. Не видела я такого вина, очень много вина такого, которого вот у нас раньше не было в нашей фирме. Много вина. Ну, естественно, много такого, которое и было. Так, где мое яйцо-то? Ой, девочки, а яйцо-то? А, все, взяла. Ага, хорошо, хорошо. А то думаю, вдруг, может, убрали. Нет, я возьму. Пакетик, да, нужен будет. Так, сейчас еще шампанское посмотрим. Вино игристое, игристое. Нет, не хочу вина игристого. Оно сейчас, наверное, все идет вино игристое. Вино игристое. От Брау Дюрсо. Так, ну ладно, друзья мои, сейчас пойду я расплачусь. Вот еще вам покажу елочку. Так, ну все. Девочки сказали, что шампанское только французское называется. Шампанское можно назвать только из Франции. Теперь все вино игристое. Вот так. А я и не знала. Хороший, приятный магазин. Вообще, Бристоли хорошие магазины. Мне они нравятся больше, чем красное-белое. Красным-белым у меня есть тут небольшое отторжение. Я была на стажировке в красном-белом и много чего там за несколько дней увидела и узнала того, чего... Почему бы я не посоветовала идти туда работать?
Не знаю, как сейчас, но это было несколько лет назад. Это был один из первых магазинов, по-моему, только второй. Там уже и заведующую эту потом уволили. В общем, не знаю за что, но, видать, было за что. Вот, а в Бристолях девчонки, конечно, вкалывают. Это надо целый день, там требования тоже такие серьезные было, даже говорили, вообще нельзя ни присесть, ни разговаривать ни с кем-то, такие были сначала требования. Ну, может, это слухи, что вообще только по стойке смирно, товар выкладывать только тогда, когда нет людей, ну, посетителей. Ну, в общем, вкалывают. Очень сложно туда попасть. Что продавцом, что администратором. По крайней мере, было раньше так, друзья мои. Ну что, я иду домой. Автоклав у меня остынет где-нибудь часов, может, через 5, когда я могу вынуть баночки из него, посмотреть, все ли у меня нормально. Надеюсь, что все хорошо. Банки новые, но несколько было БУ, но открывали аккуратно. Крышки тоже около дела все. Завернулись, все хорошо. Так что посмотрим, что у меня там получилось. И буду делать снова. Так, и приду сейчас я. Во-первых, вот видите, яйцо, кстати, только по 3 штуки, по 3 упаковочки в руки дают. Яйцо недорогое, 54 с копейками, 55 рублей яйцо. Наверное, чек мне положила в сумку. Вот пакетики взяла, яйца и яблоки, штучно яблоки. 14 тоже 90 с чем-то. В общем, ну, округлим, 15 рублей яблочко. Яблоки в Бристоле импортные, но они вкусные, мягкие, хорошие яблоки. Покупаем всегда, особенно если у меня Коля пойдет. Я говорю: Коль, зайди в Бристоль, купи яйцо. И ему даже не надо напоминать, что надо купить яблок. Всегда берет целый пакет. Я уже рассказывала, что Кирюшка у нас эти яблоки... Прям они улетали у него моментом. Сейчас он как-то к ним немного остыл. Вы знаете, метелит. Метелит. Так-то вроде не видно, но ветер. Но он не колючий ветер, такой нормальный. Еще можно было бы погулять. Погулять-то мне надо. Надо обязательно. Я все еще до Валбереса. Вчера же собиралась. Вот не вышло, все дела-дела. Сегодня все. Даю слово мужу, что я лягу спать пораньше, отдохну. Ну, вечером, до скольки у меня там Катя, может, часа на 2 уйдет, пока она там все приберет, чтобы не спеша. Вон, еще котик у нас, смотрите-ка. Вот котов столько бегает, пусть бегают коты. Все лучше, чем собаки. Вот. Пойдет там, все будет делать, чтобы Тимулю уже в чистую квартиру привезти. Там, смотри-ка, елочки стоят, какие красивые елки. Прям стоят или так специально, наверное, сделано. Вот у входа в школу венок на двери школы. Я не видела никогда такого, чтобы на школах так делали, украшали. Ну, гирлянды, да. Тоже старенькая школа-то, смотрите-ка, вон все осыпается. Тоже ведь опасно все, вот это осыпается, штукатурка. Почему такое странное финансирование, либо отсутствие финансирования для школ, детских садов? Ну почему в порядок не привести, да? Ну это же школа, посмотрите, рамы старые там вот в том крыле. Ну здесь стеклопакеты, и то не везде. Ну старые совсем, видно ведь, что это с каких еще времен сделано. А там что? Там вон, вентиляторы стоят, скорее всего, там столовая какая-то. Ну, почему так? Елочки стоят прямо в, как будто бы в пеньках сделаны. И вот он, веночек такой красивый на дверях. Ну что, друзья мои, напишите, надо мне Колину работу вам показать, где он работает? Конечно же, кто не... Там проход они ремонтируют. Кто, конечно же, не... В курсе дела, да? Он все называет это слип. Слип — это куда пароходы вытаскивают. Ну, я так понимаю, в моем понимании. Поснимал немножечко. Говорит, ты, говорит, спроси у подписчиков,
надо им это показать или нет. Я говорю, ну немножко-то можно выложить, не на весь же ролик, а так по чуть-чуть можно сделать вставочку небольшую. Ну а что, я горжусь им. Он работает, работа тяжелая. Вообще он слесарь-ремонтник, как-то считается, по-моему, там называл. А так еще и сварку берут они. Он сварщик хороший, сваркой занимается. Сейчас заработок должен пойти. Не заработок так, а? Ну, заработок. По сравнению с тем, что вот осенью, летом работы нету. Все пароходы в деле, на выгуле. Какая там сидит ворона. Вот, а я сейчас приду домой. Ребята у меня уедут. Я буду делать спокойненько крем. И мокрое безе. Приготовлю заказ. И мне надо вымыть кухню с коридором. Мне надо перенести мешок с мукой. Кирюха придет, поможет мне на кухню. Я его расфасую, чтобы он у меня был в ведрах, чтобы она стояла там неудобненько, чем из муки брать. О, вернее, из мешка брать. Иду болтаю, друзья мои. Иду болтаю. Ни о чем. Так. Ну вот я выхожу уже на нашу Бусанова. Иду домой. Ну прогулялась хоть немного. Воздух отдыхнула свежим. А то дома что? Каждый раз такая, как погуляю, а потом радуюсь. Ну наконец-то погуляла. А чтобы в следующий раз выйти, вот зима, это надо одеться, это надо выйти на этот холод. Ой. Не северный я человек. Вот чувствую, что не северный. Чувствую прямо, что я не северный человек. А ведь люди в любую погоду могут и на лыжах кататься, и на коньках. Так вот. А мне еще написала одна женщина. Вам, говорит, совсем как-то с таким смыслом мне показалось, что здоровье вам, что ли, не позволяет спортом заниматься. Я вообще человек не спортивный, я сразу говорю. У меня нет такого прям, вот я спорт, для меня кто-то вот на лыжах зиму ждет, на коньках. Я не такой человек. Как бы мне стыдно не было бы, но к спорту я равнодушна. Раньше меня тянуло к гимнастике. Ну, всех, наверное, девочек по молодости, в детстве там по молодости тянуло. Мы занимались и ритмикой, и уже имея детей, я занималась. И тут и пресс давай качать, и что-то там делать. А сейчас нет. Не то, чтобы я на себя совсем забила, но как-то мне хватает дел, кто-то мне... Друзья мои, мне кто-то звонит. Сейчас я посмотрю, кто мне звонит. Минуточку. Вот, друзья мои, позвонили с поликлиники в понедельник. В 12:30 нам к аллергологу надо идти. Понедельник, 12:30. Потому что сегодня утром я хотела ролик еще с дома записать. Стала записывать, включила камеру. И мне позвонил тренер. А, не тренер, этот замдиректора спортивной школы. И спросили, говорит, вы будете или не будете ходить? Вас, говорит, исключать или поставить как в ожидание? Как у вас с анализами, с обследованиями? Ну, спрашивают, молодцы. Я говорю, подождите вы, ради бога, немножечко. Вот в понедельник нам скажут все точно. Ну, будем просить аллерголога, что будем... Ну, не знаю вообще-то, что скажут. У нас ведь такая не особо такая астма, что вот прям совсем с приступами. Какая-то другая форма, легкая может быть. Она нам все скажет, что нам делать, можно ли заниматься, не разрешат заниматься, если вот на бокс идти или на какую-то борьбу, может, что-то другое посоветуют. Попытаюсь с Кириллом поговорить. В общем, все узнаю в понедельник. Ой, подождите-ка, понедельник, это ж так долго. А сегодня-то у нас что? Вторник? Вторник. Ну и то хорошо, хоть сами позвонили, спасибо. Сейчас приду домой, там мои уже, естественно, проснулись.
Тимулечка вчера так спокойно уснул. Правда, был недоволен, что Катя выключила мультики. Мультики ему надо было посмотреть, как на ночь, так мультики посмотреть. Про трактор, песенки послушать. Катя выключила, она так, он такой тут рев тут поднял. Она ни в какую, нет и все. Нет, все, давай спать. Ну, думаю, сейчас начнет он у меня опять тут выписывать круги на диване. Нет, смотрю, тишина, хотя и днем поспал. Смотрю, тишина, угомонился рано. Все, иду домой, друзья мои, все. А здесь у нас так тихо. Ну почему мне кажется, что здесь среди деревяшек так тихо и спокойно? А там ветрено. Наверное, просто, как говорится, свое родное. И кажется, что хорошо. Ни единой ягодки. Обычно вот идешь, да, зимой. Тут рябина где-то была, и все. Она была с ягодами. Сейчас все ягоды уже съедают осенью. Зимой ни единой ягоды нету. Какой-то год прям зимой висела рябина. Ее птицы не трогали. Так. Солнышко хочу. Хочу солнышко такое. И легкий морозец без ветра. Вот такая погода мне нравится. А вообще, слава богу, что проснулись живы, здоровы. Увидели небо чистое. И это не громкие слова, это действительно так и есть. Так. И где кормушка? Вот я все хочу посмотреть, а где кормушка? И кормушки что ли нету? Тут у нас у девчонки, вот там вот есть, вот висит. У девчонки ребята повесили кормушку, а сейчас ее что-то нету. Она, наверное, куда-то... А, вон она упала. Вон туда ее надо достать. Пройти по снегу. Вон, видите, они кушать хотят. Он даже не боится. Сейчас приду вот здесь вот очищу этот люк. И пока им хлеба хотя бы накрошу. Вон она, кормушка-то куда упала. Ну-ка я тут пройду или не пройду. Боюсь провалиться. Нет, это мне надо тут... Чтобы Коля ее снял. Она там, кстати, привязана, висит. Может быть, туда и можно насыпать. Может, а, так она, может быть, специально туда положена, чтобы от снега. Так, а кто мне опять звонит-то? Кто мне звонит? Доча звонит. Катя, я сейчас зайду в дом. А, она вон, видите, она даже, она привязана, она специально там. Чтобы не заваливалось снегом, видите, под кустиками. Но опять же, как зимой туда пробираться. Все понятно. Все понятно. Дочь звонит. Скажет, где у меня мать-то ходит. Они пока хоть отсыпаются немножко. Пока на больничном хоть это спится чуть-чуть. Так, все, друзья мои, так. А тут надо почистить. Снегом занесло. Новая наша крылечка. Сейчас крем сделаю. И, наверное, выйду почищу. Где скребок-то у нас тут стоит? Все, друзья мои, я отключаюсь. Захожу домой.